Здравия желаю, уважаемые подписчики и посетители сайта. Итак, мы сейчас будем замерять КПД солнечной панели. Как-то я замерял, у меня получилось 200. Еще раз, но была критика, что не так мерил. Еще раз замерим. Значит, вот панель подвешена под люстру, под светильник. Лампочка. Так, сейчас. Лампочка. Сейчас открутим. Покажу вам. Лампочка вот. 5 ватт. Видите? 5 ватт. Не знаю, видно или нет вам. Но вообще врать не буду. 5 ватт. 5 ватт. Закручиваем. Панелька вот она. 30-ваттовая. Вот. На подложке, а здесь светильник, 5 ватт, так, сейчас включим. Включили 5-ваттку. Смотрим. Напруга 14 вольт, как видите. 14 вольт. Так. Выключаем. 14 вольт. А максимально у ей, у панели, 18 вольт. Это 30 ватт выход. Так, секунду. Считаем. 18. Разделим на 14 выход с 5-ваттной лампы. Лампа LED применяется. Получаем 1,285. А теперь 30 ватт при 18 вольтах. Разделим на 1. Вот. 285. Итого 23 копейки. В общем, 23 ватта. А потребляем по 5. Разделим на 5. Помножим на 100. 466 почти и 9. В общем, 467%. Видите как? А за счет чего это? А то, что вы, нам известно, лампа, значит, на 5 дает, как лампа на это самое, на 60. Столько же света, лампа накалена. То есть, в 10 раз, 5-10 раз где-то. Итого получается, что за счет вот этих светодиодных лампочек мы можем получить с панели КПД 467%. А это значит, ребята, что? А это значит, что если все эти правильные расчеты, еще прибудут батареи, мы попробуем зарядить. Если расчеты правильно, то и не надо заморачиваться больше.
подключаем лампу от батареи, ну, от инвертора, и получаем, значит, 4 части у нас, или там 3 части мы можем использовать, 15 ватт, 15-16 ватт. А, значит, 5 ватт посылать обратно, значит, на инвертор через батарею, ну, заряжая батарею. То есть две батареи заряжаются, от одной работает, вторая, значит, вторая заряжается. А потом поменяли местами. То есть это будет... Ну это, ребята, предварительный результат. Так что не спешите. Замерено пока так, без, как говорится, аккумуляторов. Когда придут аккумуляторы, проведем, значит, заряд их новые. Должны вот уже, ожидаю сколько. Если все это подтвердится, значит, у нас есть прекрасный БТГ, тихий и надежный. И работает и ночью, и в дождь, в отличие от солнечных панелей обычных, и в любую погоду. Спасибо за внимание, желаю всем успехов, труде и обороне, и исполнения всех желаний.